Около 2000 зауральских полицейских будут дежурить на избирательных участках 4 марта. Стражи порядка готовят мероприятия по пресечению возможных ЧП во время голосования за президента России. За 3 дня до выборов на участках начнется круглосуточное дежурство правоохранителей. Чтобы в полном объеме обеспечивалась безопасность на избирательных участках, вот мы берем, начиная с 1 числа, это в городах Кургане и Шадринске, охрану избирательных участков, это с момента завоза избирательных бюллетеней. Вот, а на остальной территории области с момента завоза 2 марта мы берем избирательные участки под круглосуточную охрану. Количество избирателей в области 767 тысяч человек. Для них создано порядка 1200 избирательных участков. Веб-камеры, через которые ход голосования будет транслироваться в интернете, установлены не везде. Они будут размещены на 26 участках. Веб-камеры – это закрытые территориальные участки. Это, значит, у нас в СИЗО, больница, где, значит, будут голосовать больные, находящиеся на стационарном лечении, и войсковой части. Вот, а на всех остальных избирательных участках у нас уже установлены веб-камеры. По словам полицейских, выборы президента проходят более спокойно, чем голосование в городскую, областную или государственную думы. Однако на всякий случай по 2 сотрудника МВД будут присутствовать на каждом участке. Кстати, у каждого полицейского, который будет работать 4 марта, тоже будет возможность проголосовать по открепительным удостоверениям. Анастасия Никитина, Александр Менщиков, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион 45».